Забыл подводочку, у нас как бы Хронос на АДК, постоянно просит почему-то, кто Хроносом, то Солью сыграть, поэтому сейчас будет Хронос на АДК, а вы поставите лайки, оставите комментарии, как бы, и, ну, передадите Твичу там привет в комментариях. Так. Что у нас нужно? Ну, мы, естественно, кольца будем собирать, естественно, кольца. До нерфа кольца будут жесткие, сильные, мощные. Вот, поэтому погнали. Алихан, спасибо тебе за донат, дядь. Ой, как катка началась, здорово. Хорош, хорош. Пацан подумал, постоял такой, думает, блин, ливнука я. Ливнука я. Так. Офигеть, Сиринг, что ты написал? Вот это история. Опять кольца нерфят. Ну, вроде как да, но Гекату точно вроде как нерфят. Это, короче, если на YouTube катка попадет, нужно по-любому зачитать. А Сиринг пишет, вспоминал тут пару по физике. На ней препод у нас рассказывал про активные элементы и их полураспад. Он, короче, на показательном занятии достал сигарету, накачал, не помню чем, газом. Странно написано. Прозрачную емкость, чтобы подсвечивались активные элементы. И у нас на глазах из сигареты... Что у меня муха делает здесь? Из сигареты вытянул элемент, который подсветился и который, как оказывается, остается в легких на протяжении 20 лет. И все это время излучает. Вот так вот, YouTube. Кто будет смотреть, если будет... Здорово, Андрей, здорово. Как футболист, Андрей? Или что, не понял? Ля, они нам паузу прожимают. Джентльмены. Они подождали нашего Посейдона. Лё, джентльменское сражение. Ничего себе. Ты с Хогом, братик? Ты без Хога, братан. Я на Хроносе. Хорош, Сань, хорош. Сказал вообще ауф прям. Да не, на самом деле, у меня очень много, как бы, ребят, которые уже давно за 20 перевалило на стримах. Я вот хочу вот такую аудиторию собрать, понял? Вот чтобы у меня, не знаю, сотни зрителей было, вот которые такие уже не маленькие детки, с которыми можно будет что-то обсудить, что-то поразузнать и все такое. Здорово, Артур. Да, про сигарету меня спросили, курю я или нет просто. Я сказал, что нет. Я осуждаю вообще, осуждаю курение. Бомс! ФБшечка пошла. Братик, да он сжег, сгорел его. 21. Вот я про это и говорю. Всем за 16 лет. Вина меньше 16 лет. Хороший возраст. Аудитория дедов. Нет, я бы сказал бы просто... Хотел сказать велико... Ну так звучит, кстати, круче. Великовозрастная аудитория у нас. Великовозрастная аудитория, понимаете? Здорово, Романыч. Ну, как-то так. А старчески ворчать? Давай, дядь, давай, давай, поворчи. Юр, надо поворчать. Я тебе там сердечко на фотке поставил, ты видел? Хотя сам курил 15 лет. Нет, я курил мало в своей жизни. Курил всего 4 года, по-моему. Начал в 20 с чем-то. Ну, вообще тупо, короче, получилось. Типа, лол, сейчас бы в 20 лет курить начинать. Я также начал. Ну вот, я не знаю, я посчитал это глупостью. Не, я понимаю, зачем это делать. Я понимаю определенный кайф, особенно в толчке курить. Всегда любил в толчке курить. А когда учился, я еще и в общаге курил. Вообще кайф был. Вот. Но, типа, я тоже бросил. Типа, я не знаю, зачем. Я понял, что это... Меня бесил запах очень жутко. Вот, и поэтому я решил завязать с этим делом. Здорово, Агарджан. Эй,
Я не понимаю, что мой хепри делает. Он, ладно, килл забрал, но баф-то он зачем сейчас забрал мой? Цены подняли в утро. Вообще, ля, у Романа что-то жилка-то, смотри, какая предпринимательская. Так ты, Сань, куришь еще? Надо бросать, братан, надо бросать. Тихо-тихо, брат. Сейчас, кстати, если бы Кепри не отошел, мы бы убили, скорее всего. Курю мало. Да, но это все равно вредно, ребят, при всех раз. Да много вредно в жизни. Как бы, я не, знаете как, я не, я неправильно сказал. Я осуждаю, ну, для Твича я осуждаю, да, курение. А на самом деле, не осуждаю. Ну, как бы, каждый, это каждый, выбор каждого, типа. Каждый живет, как ему кайф, ребят. Бросай, да, бросай курить, вставай на лыжи. И жизнью будешь не обижен. Не знаю, Ань, не знаю пока. А тот вообще откипел, в смысле, бот? Я так и не понял, кавайный который. Он уехал вообще, в смысле, отдыхать? А, окей. Да, я хочу через кольца его собрать, так же, как соль билдил. Но он кони двинул, имеется в виду, в нашем дискорде бот откипел, или он вообще откипел? Вообще, ага. Старый на старом, это да. Дагеката не хватило, чуть-чуть забыл, что 2000. Здорово, любезный, здорово. Я видел, Аня, я видел. Первая катка, да. Да, блин, ну 20 монет я подожду, дагекаты подожду. Минус посеять дон. Ну я понял, мы не поиграем, видимо, да? Хотел записать катку на Меркурии, и, видимо... Видимо, нет. Я звуки не врубал, да. Я так их запарился врубать, пока Destroy All Human прохожу. Это просто жесть. Блин, по одному звуку врубается. Я не знаю, надо рута не написать, типа, и узнать, что происходит, вообще, что за дела. Какая отписка, Романыч, ты и так на стрим раз в год приходишь. А я вот, между прочим, рад тебя видеть каждый раз. А ты не приходишь все равно. Вообще не понимаю, как это у тебя работает так. Брат, твой этот маленький пусик не хочет драться, понимаешь? Хорошо, давай вдвоем туда, чё нет-то? Так я же не только тебе их не включаю, Романыч, я их всем не включаю. Угу. Так. Что с магическими АДК сделали? Не, что со мной сделали? Я стал жесткий вообще. Да, здесь, Сань, я шучу. Какой же я старый. Спасибо, Рататоскар, спасибо. Я рад, что вы смотрите видосики, ребят. Так, Альберто Россо вернулся. Все нормально. Все нормально. Не, не по старости, из-за лени на самом деле не включил. Ха-ха. Да какие отговорочки, Ром? Какие отговорочки тут могут быть, братан? А как же он хотел подраться? Блин, нужно было... Не, на самом деле, если бы у меня была мана, я две сейчас возьму. И подольше не буду уходить. И ему Габелла тогда.
Ты не старый, ты маринованный в соку смайт. Хорош. Так. Я думаю, это для меня будет легчайше, кстати. Потому что Купидон вряд ли ожидал такого урона, типа от Хроноса, мне кажется, в начале. И поэтому и он, ну, грубо говоря, если сказать грубо говоря, обосрался. Парни, я иду, парни. Бумч! Не дали добить! Плохо, хотел состилить. Так, погнали. Щепотка тестостерона. Блин, мне, кстати, нужно сдать анализы на тестостерон. Кровь нужно сдать. Хочу к мануальному терапевту пойти, прикинь, а он мне сказал, я тебя не приму. Без анализов. Я думаю, вот это печаль, беда, ёпта. Напудил в штаны. Так, да, этого слова не слышал. Хочу к мануальному терапевту сходить, Майгрант. А он говорит, я могу там, ну у меня сколиоз, типа бла-бла-бла, мне посоветовали мужика крутого, он говорит, я все сделаю, все исправлю. И все такое, но он говорит, типа, нужны анализы там какие-то, такие. Я такой, окей, понял, говорю, давай. Подумаешь, неделю ждал записи к нему. Подумаешь, полтора часа в очереди просидел, пришел, он мне говорит, не, не возьмусь, говорит. Подвеску Хроноса пока нет. Мануальный терапевт, ну, который кости вправляет. Я тоже не понял, но он мне дал, короче, типа, бумажку на анализы, на анализ крови, и там есть пометка плюс тестостерон. Здорово, девайс. Сядь ровно. Сорян, сорян, витаминоч, сорян. Молодых надо слушать тоже. Ну, мне и самому будет интересно, кстати. Да я тоже вроде много сдавал, но посмотрим. Тихо, сражение. Хорошо. Здорово, блин, здорово. Нет, я бы его убил. Сдаться, да. Осталось только сдаться. А им помоги. Хорошо, это не им был, это просто хепри был. Короче, Майгрант, ты чекнул я вчера игру. На 12к крови. Офигеть. Чекнул я игру вот эту Fallen Guys или как-то так. Но посмотрел там проблемы лютые с серваками и, короче, забраковал ее тут же. Я ее сначала добавил к себе, думаю, потом куплю. Посмотрел такой. И добавил себе Grounded. Буду Grounded покупать, наверное. Сейчас хочу купить, ой, пройти, короче, Destroy All Human и, типа, начать Grounded играть на стриме. Ну, может быть, может быть. Не, вроде забавно на Майгран, но что-то не знаю, не знаю. Вон у Груша на стриме я видел, что было. Enemy missing right. Да, демоническое возьмем. Be careful. Да, не хватит Майгранта батить. Не нужна, я сам куплю потом. На вейкборде? Не, я, не, мне нельзя. Ага, не забыл кого. Если на сильвере играешь, можешь ли со мной... Посмотри, сколько ММР у тебя.
Ребят, Сильвер и все остальное — это дивизион. Это дивизион. Понимаете, это показатель вашего дивизиона. Подбор идет по ММР. Просто разница в дивизионе в 2 не может быть. То есть, если у тебя ММР, как у меня, по 1700, то ты сможешь сам, да, попасться со мной. Но вряд ли на Сильвере у тебя 1700. Там только английский, я знаю. Батит и без меня? Куда она? На что батит? Бедный маленький купидончик. Ну я не знаю, он типа, я не знаю. У меня бы жопа сгорела на его месте, если честно. На игру? Да не, забей, забей, Сань, забей. Вы мне столько понадарили, столько понадонатили, забейте. Я сам куплю потом. Т2 до 13 минуте. 500 ммр, ну набей, дядь, набей. Я просто с 1000 поднимаю. Можешь как мейн АДК сказать, какие АДКшники сейчас в мете, кого лучше пробовать? Слушай, ну мне нравится и за нами, если во вражеской команде нет Хоуи, то можно и за нами попробовать. Если нет, то Кернун в принципе стабильный. Аполлон вроде сейчас ничёшный такой. Упал до 600 что? 600 ммр у тебя, Витаминыч? Офигеть. 1100 до 600 упал ММР, это жестко, дядь, это жестко, это очень тяжело. Если ты поднимешь, ну не знаю, до полутора, хотя бы до двух, то красава. Просто у меня по планам 2000 ММР. Я планирую поднять 2000 ММР, а там уже думать, что дальше, поднимать, не поднимать. Тильтуй, да не, не тильтуй, забей, это всего лишь ММР, братан, это всего лишь ММР. Натильтовать не стоит. Да у меня тоже было по планам на тренировку сходить. Чёртовы бицы тебя спасли, маленький ты. Видос про улетоп. Спасибо, ребят, большое. Я там старался. Я затупил. Маленький меня за контрол. Так хочется играть с хорошими тиммейтами, а так все хуже и хуже. Братан, не меняется ничего от тиммейтах. Не, чисто по ощущениям, чем больше ММР, тем больше люди на пофиг играют. Потому что, знаешь, как я уже много раз говорил, типа, когда у человека мало ММР, либо низкий дивизион, и он хочет его поднять, он старается. Ну, как чаще всего я вижу. Он, может быть, плохо играет, и поэтому он на низком дивизионе, но он старается. Он берет своих мейнов, он старается там свапаться там на своих мейнов, на свои дивизионы там и все, на свои дивизионы. Ну, вы поняли, короче. Вот. А чем выше ММР, чем выше там выше, им все пофиг и пофиг и пофиг, рили. Они берут, типа, на пофиг, ну, я не знаю, как объяснить. Типа, они могут взять на саппорта реально мага какого-нибудь, да и не какую-нибудь Афродиту, вообще дичь какую-нибудь. Ну, просто потому что, типа, он ей хорошо играет, а у него дохера ММР, высокий дивизион, он не боится его просрать, типа, за одну катку за это. Ну, короче, как-то так это выглядит. На соло играешь? Ну, на соло линии тяжело, дядь. На соло-линии подняться тяжело будет, наверное. Хотя, вообще пофиг, я так понял. Ну, лучше кейри роли, конечно, не брать. Джанглер. На джангла, говорят, легко подниматься, вроде как. Да, в том-то и прикол. Retreat!
Я, наверное, первый раз против Ктулху, кстати, воюю. Бить маленького. Хорошо. Ну такой себе замес. Нам не нужен сейчас Fire Giant. Новый бог убийца, да. Здорово, Душес. Или Дюшес. Да, от соло, к сожалению, ничего не зависит. В этом вся и проблема. Для соло мейнеров проблема, конечно, жесткая. Короче, будет видос посоль сначала. Посоль. Слово-то какое. Типа видос с солью. Вот, у нее будет фулл кольца. И, наверное, здесь будет фулл кольца. 11 числа Цукиоми выходит, ребят. Смотрите, почему не хочется удалить смайт? Я, кстати, по сути только Нокс и боюсь, если честно. Она меня может законтрить. Тихо. Сейчас замес будет, помолчу пока чат. Жесткий замес, видимо, сейчас нашим будут больно делать. Хорош, брат. Попал! Все, приговорить их всех. Нет, вот это массовые руты, это имба, конечно. Это единственное, что имбаланс на вас. Да мы все без хп, алло. Нокс не имба, нет, контроль, боюсь, говорю ее. Нокс не имба, ребят. У нас Артур еще есть. Я его не видел ни в одном файте. Я не видел Артура ни в одном файте, лол. Вы видели хоть раз? У нас Артур еще есть. Понимаю. Да, доджишь первый скилл, она бесполезна, полностью согласен. Я про это и говорил всегда, когда меня спрашивают про Нокс. Мне нравится Нокс в каком-то смысле. Она вроде забавная, да. Но сам ее геймплей максимально скучен. Забыл, какое кольцо лучше взять для меня сейчас. Ага. Здорово, Джерри, здорово. Урон, имба. Да, сейчас, да. Кольца, имба, ребят, кольца, имба. Не знаю, что после патча будет. Но будет жестко. Да, мы сейчас Голфьюри убиваем и сразу на Феникса.
Все почапали. Ну, скин... Не, я всегда говорил, что скины у нее крутые, у Нокс. Но если был бы крит урон, он бы был бы гораздо лучше Аларуна. Саня, он был бы гораздо лучше Аларуна. А так у Аларуна есть неопределенное преимущество перед Хроносом, это его магические криты. Фу, я молча просто отбахал этот файт. Заткнись ты, блядь. Какой же я горячий сегодня, чат. Вкусный. Брат, если ты меня сейчас не задефаешь... Фу, щит. Крит урон есть, а у Аларуна, да, я ж про это же говорю. Если бы был у Хроноса крит урон, то это была бы жесть. Какие у меня тайминги, господи. Я властелин этой игры просто сейчас. Здорово, Сиксис, здорово. Они дерутся дальше, я не знаю, зачем, что они там делают, хз. Как тебе такое, братан? Вы видите мои тайминги вообще? Вы видите мои тайминги? Идеально просто. Блин, они ж на него сагрились. Полик будет последним. Я просто думал, все кольца или полик еще взять. У них очень слабый Купидон, ребят. Очень слабый Купидон, он вообще ничего сделать не может, если честно. Он бедняга, бедняга, да, но он сделать ничего не может. Давай возьму варды. Украсть мой скилл. Ну, в общем, нежелательно, но можно, ребят, конечно, можно. Меркурий мертвый. Я уж сегодня поиграл в Valorant, я уж Battle Pass купил. Парняга без ульты. А вы знаете, что это значит? Что он не сможет... Линию не смогут отдефать, когда мы пушить пойдем сейчас. Зря улетел Посейдон. Офигеть, что за урон с поликом? Это просто какая-то жесть. Плюс он вампиризм и дает, двойной вампиризм, как бы, ну вы понимаете, да? Смотрите просто на урон по Фениксу, правда без крипов. Пум-пум-пум, да даже без крипов, посмотри, что за урон.
А меня почему-то не пробивает. Она 20-я, почему не пробивает-то? Меркурий хороший у нас. Меркурий вроде ничего ж не такой. Ты уверен, крокодил? В своем скилле ты уверен? Ха-ха. Я блочил специально. Вот сейчас плохо было. Да, мы спушить не спушим, но Феникса надо сломать. Тихо, 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 маленький, тихо, маленький. Тихо, маленький. Но там ульт даже не было смысла нажимать, я бы не успел. Сегодня розыгрыш игры в стиме, ребят. Сегодня не скин, игра в стиме. Я давно очень на стримах не появлялся, а сборки где-нибудь выкладываются? Нет, сборки нет. Есть сборки на смайте smite.guru, а есть еще на каком-то. Катка топ билды на smite.guru есть. Спасибо большое. Что за игрулька? Потом скажу в конце. Здорово, Эцкаров. Да дела хорошо, спасибо большое. Спасибо, что спрашиваешь. Первая каточка, и на хроносе посмотри, я божу. Я как господ боженька играю, вы заметили? Слишком сильный. Привет, машинатор. Спасибо большое, ребят. Спасибо большое. Ну чё, брать Тельхиона, чё нет? Ну типа у меня физической силы не так уж и много. Ну давай, давай, фулл кольца. Фулл кольца и полик. Пфф, это вообще жестко. Пфф, вообще жестко. Пфф, вообще. Пфф. Мне бы красный забрать, но его, сука, Посейдон все время забирает, блин. Го, потом джангл, а мне стоит АДК джангл. У меня просто почему-то всегда мейн роль сейчас выпадает. Вообще всегда в подборе. Я не знаю, у меня сейчас 80% каток на стримах — это мейн роль. Практически это так. Ну да, да, согласен. Какие условия розыгрыша на стриме находиться? У меня все условия розыгрыша либо через контакт розыгрыш, и там условия написаны, либо если на стриме, то просто сидеть на стриме. Нужно будет написать то, что я скажу, и все. Че, посмотрим, как в таком билде этот фурию бью. А, ну хотя там уже пол хп, уже нет смысла даже фурию бить. Блин, у них вот здесь красный лежит, да? Нужно было не брать этот. Пиле можно будет? Нет. Посмотрим, посмотрим, ребят. Сейчас что выпадет, то посмотрим. Ну, билд пушечный, кстати, кольца. Я вам так скажу. Урона очень много. Хорошо. Его в автоатак. Я и хотел убить. Отличная катка. Отличная катка. Давно за Хроноса не играли. Давно каток, кстати, на Ютубе не было за Хроноса, поэтому... Что я делаю? Что? Все перечислить. Поэтому нужно... Я ее оставлю, да, на Ютубе, естественно. Поэтому нужно будет лайк поставить, комментик оставить, как билд, как Хронос, как я вообще, как дела. Сейчас посмотрим, кстати, давайте посмотрим ММР. Мы же сейчас ММР еще смотрим, добавок ко всему. Парней хвалим, парни слабые, но я выбес. Погнали. 1690 ММР плюс 18. Неплохо, неплохо. Все, ребят, все, ребят, все, ребят. Отличная каточка идет на YouTube. На YouTube.